Да на что нажимать? Ты ёперный театр. Бэкстеп, ну ты чё? Да. Ядрить. Спасибо. Да ну не... На что нажимать? Ну, это место мне не нравится. Здесь, блин, бежать долго, ну это пипец. Здесь этих всех убивать. Ну это пипец. Да ну. Ой, зря я на такую атаку положился. Отлично, просто план века. Все для человека. Давай. Ты еще и отпрыгиваешь. Решил кинуть мне бомбу прямо вот вплотную. Красавчики. Понятно все. Клеймур, сабля. Ну это весело, конечно. Я не то хотел сделать. Наркоман, блин. Не то я хотел сделать. Так. Скорость, блин, нужна. Это другое дело. Давай, подходи. Но не тупи. Но не тупи! Ладно, с твоим дружком поговорим. Да блин, ну что ты творишь? Так, бэкстеп.
С работой, твою мать. Ты заколупал уже. Я не представляю, на что жать. Ну не на эту кнопку, отлично, чё. Почему бы, блин, и нет? Слушай, отвали, а! Куда ты отпрыгиваешь? Вот куда ты отпрыгиваешь? Этот перец какой-то неистовый. Там фиг поймешь, реально. Когда там... Куда отходить, когда отходить? Чё ты хочешь? Иди сюда. На, держи. Да чё ты второй раз ты ударил? Я не просил, придурок. Господи, чё он делает вообще? Каким раком здесь управление делали? Тупые японтосы. Хо-хо-хо-хо-хо, спасибо, да. А, ты еще не сдох. Замечательно. А, ты уже... Откуда ты взялся, парень? В кои-то веки я сделал бэкстеп, хотя мне это нафиг не нужно было. Вот, ну, как всегда, в общем... Подошел, подошел. А, блин, я забыл. Тут же еще арбалетчик, товарищ. Куда ты ударил? Давай. Ох, не попал. Я даже не знаю, кто меня бесит больше, этот темный рыцарь, которого, в принципе, можно и не убивать, но мне очень надо. Либо вот этот вот хомяк недоделанный. Господи, какой ты тупой. Так и знал, так и знал, так и знал. Спасибо, да. Да, ёперный. Экспресс-вариант, так сказать. Нет, они все равно хотят, блин, на меня напрыгивать. Чё ты творишь, а? Вот чё ты творишь? Плевать, здесь полечусь уж. Срань какая-то. Срань 3000 просто. Дурацкое место, лучше здесь вообще не драться. Ну, конечно, конечно. Во время ударом щитом закрываться, это нормально вообще, абсолютно. Почему бы и нет? Вот два раза я тебя бить не просил, не надо вот тут.
Ты запарил. Откроешься уже когда-нибудь? Просто встал теперь уже без блока. Интересные парни. Только попади мне по стенке. Попал, но уже когда это не имело никакого значения. Так, все-таки бэкстеп. Бэкстеп делать надо на РБ. Только, видимо, зажимая при этом вперед или что-то типа того. Ну вот чё, кого, чё, как... Я не врубаюсь. Что у меня со щитом? Куда щит-то убрался с чего-то? Я вообще не понял, почему он убрался-то. Может, вот так попробовать? Это будет типа наверняка. Ну тварь не бэкстепается, ну не бэкстеп. На что жать вообще? Место закончилось, конечно. Только не второй раз, а? Ну, да. Палевно, читерите, ребята, палевно. Но они реально читерят, я не знаю. Ну, а как еще это назвать, когда он уже после замаха он разворачивается и как бы... Ну, у него уже меч опускается, он ударял в одну сторону, и как бы ты перекатываешь, он прям под тебя начинает бить. У него моментально направление удара меняется. Как это назвать? Это читерство или не читерство? Чё-то мне кажется, что это читерство. Чё, прицел-то сбросился, алё? Я не понимаю, что с управлением в этой сраной тупой игре происходит. Я вообще не понимаю. Перед тобой враг, ты убиваешь одного врага. Ну, точнее, перед тобой три врага. Убиваешь одного врага. Прицел переходит на другую. Убиваешь второго врага, прицел сбрасывается и не переходит при этом на третьего. И ты уже бьешь фиг знает куда. Вот что это за хрень? Так, по второму не дотянулся, отлично.